Прекрасно. О, у нас битва. Ну-ка, стой. Сцеры. Ей, ну-ка, не обижать моего собрата Майо. Я не дам его в обиду. Всем привет, друзья. Вы на канале SkyTop Games. С вами Иван, ребята, и мы в мире Зайл. Сегодня у нас, да, такой вот разноцветный, синий, прекрасный майозавр. И, кстати, смотри, где я нахожусь. Я нахожусь рядом с портовыми ютами. Я ненавижу ют. Я вообще их терпеть не могу. Ну, вы знаете, наверное. Поэтому я все равно пойду туда. И, блин, я буду дразнить их. Короче, мне не хватает сегодня экшена. Поэтому я буду бодаться, драться. Не знаю, если у меня это получится. Раздразню ихнее гнездо, расшевелю, как говорится, осиный улей, да? Короче, пойдем туда, посмотрим вообще, есть ли там какая-то тусовка. Возможно, меня примут в тусовку ютозавров, я не знаю. Ну, юты, держитесь. Майя идет к вам. Да, друзья, и скажу больше, что мой Майя, он настолько любопытный, и, блин, он, короче говоря, он лезет во все щели и хочет знать все обо всех, и... Он любит неприятности, кстати говоря. Так, ну и... Да ладно, здесь никого нету, не может быть. Здесь же проходят огромные тусы. Куда все подевались? Боже. Прикольно, если бы вон там сидела бы Юта, да? Было бы классно на это посмотреть. По-моему, как-то один раз я попадал сюда на тусовку. Здесь тусили Юты вместе... Вместе с Рексами, по-моему. И мы здесь, знаете, так нагло прошли с парой трайков, короче говоря, прям сквозь них, ну вот сквозь вот это вот все, не знаю, заводы, что это, ну да, через порт, короче говоря, в наглую просто. Они сидели по бокам, они, наверное, офонарили, когда в ворота зашел... Зашли травоядные, и мимо них такие, знаете, ребят, мы здесь просто пройдем, ну, блин, мы не хотим обходить где-то там, мы просто пройдем, ну, и все, и пойдем дальше, ребят. Только не кидайтесь на нас. Странно, что здесь нету сейчас тусовки, конечно. Короче, друзья, я ушел с этого порта, я ушел очень далеко, вот. Потому что, блин, ну, нету смысла оставаться там, и не вижу, что... Не думаю, что кто-то туда придет. Меня, видимо, закинуло так далеко, блин, что все динозавры, все другие, они на другой части карты. Поэтому сейчас мой Майя насытится водой, и мы отправляемся в дальнее путешествие в поисках других динозавров, чтобы найти какую-нибудь тусовку. Ты только посмотри, как далеко я ушел от порта. Здесь, где-то неподалеку, я слышал только что крик Гиги. И мой Майя говорит мне... ну, ты же знаешь, я очень любопытное существо, поэтому мы пойдем прямиком к Гиге. Друзья, я вышел на гору Трайка, и здесь очень пронзительный крик, но это... Крик не Гиги. Видимо, Гига убежала, но я никак не пойму, кто здесь кричит. Такой звонкий крик, что, блин, у меня аж уши закладывало, блин. Слушай, я пытаюсь его найти. То ли где-то внизу, хотя я ходил возле озера на горе Трайка и там никого не видел. Может быть, в деревьях здесь сидит. Я не знаю, сейчас мой любопытный Майя... По-любому выяснит, кто это и что это, и попробует с ним подружиться. Если, конечно, он дружелюбный. Блин, ну, я, конечно, дружелюбный. Не знаю, насколько тот динозавр будет дружелюбным. Возможно, будет маленькая компания. Короче, сейчас посмотрим. Кстати, друзья, да, что я вам говорил про портовых ют, а то, что я их ненавижу. Но мой Майя, он очень-очень любопытный. Он хочет подойти и прямо вблизь этого юта и изучить его.
Я не знаю, одобрит ли это Юта. Смотри, как он весело прыгает, да? Ну, по-моему, эта Юта настроена дружелюбно. О, нет, агрессивно. Я надеюсь, их здесь не стая. Потому что со стаей, наверное, моему Майке будет не справиться. Он еще и блок своих раскидывает. Ты хочешь напасть? Я не хочу, дай мне просто подойти и обнюхать тебя. Нет, видимо, он не хочет со мной дружиться. Слушайте, Юта пытался на меня напасть, и поэтому я теперь его хочу прогнать с этой горы, чтобы он больше не шел за мной и не преследовал меня. Я же тебе ничего не хотел сделать, но зачем надо было это делать? Вот посмотри. Мой Майя всего лишь любопытное существо, он не хотел никому причинять боль. Нет, ну на самом деле, я серьезно, боже. Зачем быть таким гадким? У меня дружелюбный Майя, боже. Теперь, конечно, он разозлился. Слушай, просто иди своей дорогой. Кыш отсюда. Кыш. Уходи. Уходи, я тебя прошу, пока не довело это до греха. Серьезно, я серьезно, блин. Побегушки в деревьях, блин. Ну все, по-моему, ну точно скопытился. Блин, ну я же всего лишь хотел подружиться с тобой. Несмотря на то, что я даже ненавижу Ют. Боже. Зачем быть таким злыдней? Друзья, меня занесло еще в какой-то один порт, и теперь я буду, наверное, чуть-чуть понаглее. Буду чуть наглее. Или, наверное, лучше быть сверхнаглее. И попытаться не давать себя в обиду. Боже, ну почему у меня Майя такой любопытный? Ему все нужно знать и подойти ко всем динозаврам. Со всеми познакомиться. Ну, зачем? Эти знакомства иногда, видишь, до чего доводят, что... Блин, мы погибаем. О, здрасте. Здрасте, милый друг. Опять Юта. Друзья, здесь скажу больше, здесь собирается, короче, здесь собираются велоцирапторы и ютарапторы. Я сейчас буду их дразнить, друзья. Я не дам им спокойной жизни. О, по-моему, еще одна Майя? Да, еще прекрасная Майка, смотри-ка. Давайте просто раздразним это гнездо. Хоть оно и пока маленькое, но...
Какой ты жестокий, Юта. Слушай, он убил велоцираптора. Побегай за мной, не хочешь побегать? Я-то думал, у них будет гоп-компания. Он жестоко просто убил велика. Блин, да как так? Ну ты не хочешь поиграть в догоняшки? Спокойно пожрал, да? Ладно, короче, пускай он здесь тусит, оставим его в покое. Кстати, к нам приближается что-то более страшное. И мне нужно узнать, что там. Ну давай, выходи сюда. Ух ты, та-та-та-та. Ну давай, мой милый друг. Это Зуха. Нет, по-моему, это что-то намного меньше. Но мы отомстим за ту Майю, которую я потерял до этого. Похоже, моему всезнающему Майозавру будет конец сейчас. Они решили состыковаться с Ютой? Слушай, я ему хоть урон-то какой нанес? Ну, видимо, да. Слушай, давайте позовем кого-нибудь на помощь. Может быть, кто-то придет из травоядных. Да, друзья, наконец-то я восстановил кровотечение и могу идти. А пойду я дальше. К милой компании Юты и Зуха, если они не ушли. Запомните, друзья, любопытство убивает. Оно просто убивает. Так, маленький Юта на месте. Интересно, а Зуха ушел мимо? Ох, здесь собирается, хочет, видимо, по всей видимости, собраться злая страшная компания, ну. Юта не осмелился пока на меня нападать. Боже, друзья, здесь так забавно, здесь классно, блин. Тут такие крики просто в тишине в ночи происходят, это капец. Здесь кричат и пахи, и рексы, гиги, и зухи. Такая перекличка идет, просто капец. Кстати, по-моему, где-то и Майка еще кричала, но они где-то находятся все в глубине леса. Я не буду рисковать, я не пойду туда. Но так классно это было. Ты только прислушайся.
Ночные крики в тишине, как будто все переговариваются друг с другом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это любопытство меня, наверное, когда-нибудь убьет, это точно. О, боже. Ты посмотри, сколько здесь цер. Огромное стадо цер, и я не пойму, что здесь произошло. Здесь была драка между рексами. Блин, это обалдеть. Я представляю сейчас, как цератозавры сходят с ума. Наглый Майя заявился к ним прямо, ну вот, на обед. Мешают поесть. Боже. Ребята, я не хочу вам ничем, блин, испортить ваш ланч утренний. Боже, они красавцы, ты посмотри, сколько их здесь. Я так понимаю, да, по-моему, два мертвых Рекса, которых они свалили. О, кажется, кому-то я не нравлюсь. Кажется, я кому-то начинаю очень сильно не нравиться. Но меня это не остановит. Ой-ой-ой, как мне все недовольны. О боже. Нет, они реально сейчас сходят с ума. Давайте в наглую просто приляжем вот здесь вот и полежим, посмотрим на них. Ой, ой-ой-ой, кажется... Нет, ну реально, я знаю, что я такой гад. Ухожу, ухожу, ребята, я ухожу, все, 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 успокойтесь, успокойтесь. Боже, я хочу их допечь. Нет, ну я знаю, что я рискую жизнью. Да чего же ты наглый, Майя? Смотри, они, короче, по одному подходят ко мне, отпугивают меня. Боже. Ой-ой, кажется, им не понравилось, что я им показал зад. А вот теперь реально, наверное, нужно уносить ноги. Это надо назвать видео, как свести с ума стаю цер. Нет, ну я реально, я их сейчас допеку. Оу, к нам идет Райк. Слушай, я надеюсь, он составит мне компанию. Нет, ну я сверх наглый. Слушай, а давай попробуем подойти прямо к их пище. Вот это вот будет уже, конечно, сверх наглость. Ребят, вы бегите, я поохраняю ваш кусочек мяса. Ой, здрасте, а я вас-то не заметил. Боже, какой вы милый. Вот это сверхнаглость. Заорать на ухо.
Нет, ну реально, я играю с огнем. Посмотри, какой милый малыш Трай к нам бежит, боже. В общем так, друзья, мы решили, вернее, я решил, что я больше не буду докучать стае цер, и я просто свалю. В общем, мы с ними немножко потрещали, договорились, я говорю, ладно, ребята, извините за то, что показывал вам пятую точку, и мы отправились вместе с малышом Трайком вот к такому озеру. Блин, и посмотри, боже, там, по-моему, Рексы нас уже ожидают. Там и Рексы, и, по-моему, и стегозавры, да ладно. Да, классно. Слушай, ну значит, не все потеряно. Я присоединюсь сейчас к стегозаврам обязательно. Оу. Слушай, а не та лизуха, с которой я бился в порту? Вон там она, вон на озере. По-моему, она самая. Ну, боже, вот это приключение. Ой-ой-ой. А вот и церка. Это, по-моему, из того стада, где я был. Смотри, там дрались джубики Рекса. Ой, блин, мне кажется, лучше вот эту всю систему сейчас обойти. Беги, малыш. Беги, малыш. Лучше беги. Я надеюсь, Стега нас не обидит. Нет. Отлично, хорошо. О, боже, ну не верти ты так своим хвостом. Боже, какой у него прекрасный хвост. Посмотри на эти колючки. О, еще дилка. И велик. Ага. Азуха, азуха так меня и палит в озере. Я думаю, он меня узнал, наверное, скорее всего. Беги, малыш. Нет, ребята, охраняйте малыша, охраняйте малыша. Боже, как здесь прекрасно. О, у нас битва. Ну-ка, стой. Церы? Ей, ну-ка, не обижать моего собрата Майо. Я не дам его в обиду. Отлично. Одна цера отправилась на тот свет. Ох ты, посмотри, здесь сколько стегозавров. Ладно, хорошо, сиди, отдыхай, лежачего не бьют. Лежачего не бьют. Боже, они Нет, они убили Майю. Блин, это капец, посмотри. Здесь и дилки, и рексы прибежали, джувы. Слушай, мы прям находимся в самом центре, в гуще событий. А куда ушли еще стегозавры? Ведь с той стороны шли стега, я видел. Доедают своего собрата, как это мило. Блин, мне, конечно, обидно, что я Майю не выручил. Я не спас Майю. Но я отомстил одному цератозавру. Да, еще я очень рад, что я помог малышу Трайку выжить. Обойти всех этих ужасных монстров. И привести его в стаю стегозавров. Теперь это будут его мама и папа на отсутствие меня. Нет, здесь классно. Здесь реально классно, ребят. Ну что ж, наверное, на этом я закончу, друзья. Жмите обязательно колокольчик,
лайк и подписывайтесь на канал, друзья. Всем до новых встреч. На этом наши приключения Мозазавра окончены. Пока-пока.